Thank you.
8-3. Здесь отчетливо вижу обрезанную, причем, ну, с двух сторон я точно просматриваю это. Думаю, вы это тоже видите, ее как обрезали. Интересно, не правда ли? Как будто в мягком состоянии когда-то взяли и отрезали по обе стороны. Просто потрясающе. Причем на другой стороне я вижу повсюду такое же, как будто бы когда-то это обрезалось в таком мягком состоянии. Надеюсь, вы это все видите тоже. Очень интересно, не правда ли? Ну вот с этой стороны, противоположной, вроде бы ничего такого не вижу. Вижу Эльбу.
там лодочка плывет. Довольно далеко. Здесь все вроде как бы нормально, временем объедено. Смотри, а тоже как обрезанная скала, да? Да. Вот, ну, те вообще вон, квадратные стоят, как будто их в жидком состоянии когда-то раз и обрезали, да? Отлили, да? Да не, отлили, а потом обрезали.
Но я просто со всех сторон вижу обрезанные скалы. Здесь, к сожалению, деревья мешают немного, но я попробую показать. Там внизу есть совсем он идеальный. И вот отсюда четко вижу идеально ровно, как обрезано. Попробую по максимуму преувеличить. Надеюсь, будет видно. Просто как будто идеально там все посрезали. Есть ровные, есть немножко, вот отсюда я вижу, как бы закругленные части. Такое чувство, вот знаешь, с тюбика взяли вот что-то, надавили, как это. Ну, допустим, такая масса была вот текучая, но не совсем, и она вот такими столбами, а потом пообрезали со всех сторон. Лишняя? Ну, вроде как лишняя пообрезали. Ну, вот смотри, вот особенно вон внизу. Да вон с той стороны идеально, вот совсем ровные. Да, как нет. Будто прям вот чем-то взяли и обрезали их. И причем это везде это просматривается. Со всех практически площадок. Я, честно говоря, не понимаю. Вот. Ну, как-то мозг штопорится где-то, раз и фантазия-то кончается, как это могли сделать? Реально какой-то великан сидел тут огромных размеров, надавил это, игрался, а потом обрезал, блин, ну как это? Фантазии не хватает. Ну вот обратили внимание на сам камень, это я показывал за 10 век церковь Липфраункирхи. Вот та же самая обработка на этом мосту. А это 1851 год, как бы, по официальной информации. Все камни. Да, они все такие. Вот интересно, как их в то время, во-первых, обрабатывали так. Ну ладно, 1851, понятно. А 10 век мне совсем непонятно. Ну тут опять теория айспик, как бы вот как раз, ну еще поискать надо фотографии, да, деревянного моста. Мне все-таки интересно, мы его вообще найдем, нет? Это я сомневаюсь, но поискать надо. Внимание на этот блок, сколько тут он? Метра два больше, да? Вот этот вот, какой он длиннючий. Вот он, в третьем ряду. Ну, 2 метра точно. А в ширину сейчас глянем. 2 метра. Смотрел уже? Не, в ширину он, вот он. Большой. Да, вот сколько тут, 40 сантиметров. Но есть очень длинные. Вот какой, вот этот, он, по-моему, цельный практически. Да, ну вот это я показал, там вроде что-то подмазано. А вот этот вот, я вижу, он цельный, вот идет. Он сверху огромный просто. Вот, люди должны быть с меня размером, чтобы делать вот такими скалы. То есть вот так вот я смогу делать. Понимаешь, вот так мы можем делать, да? А вот так, как мы видели, что-то я сомневаюсь.
Я представляю, сколько вот было задействовано техники в современное время, наверное, вертолеты и так далее, чтобы построить все это здесь. Думаю, огромное количество техники было задействовано.